Тетя Котика! Потушите пожар! Подскажите номер! Ратовальники на сувязи! Час безбеги! Добрый день, дорогие сябры! У эфира программа «Час безпеки». И коли микрофона Данута Анчелевская, и в ближайшие половые годины чем будем заниматься? Закранем важнейшее пытание гарантования безпеки жизнедеятельности, обовязково погуляем, и все это дякуючи представнику Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Александр Попко в нашей студии. Добрый день, Александр! Привет, Данута! Привет, столица! А ну, правда, давай еще раз... Привитание, Александр, привитульки, давай, кажи, что там, с чем пришел? Так, ну, для начала пришел с плохими, наверное, вестями, статистика и тому подобное. Ну, нужно повторять, статистика, нужно говорить. Неумольная, давай. Да, так что за неделю, вот с прошлой пятницы, в Минске произошло 15 пожаров и 44 прочих загораний. По стране за неделю произошло 122 пожара и погибли 9 человек, спасены 36. Ну и что у нас в столице происходило? Значит, в ночь на 3 апреля на улице Сурганова горела баня и навес над ней на площади 25 квадратных метров. Да-да. До происшествия баня работала целый день, топилась, люди ходили туда. Воды шмат лилось. Ну, не знаю, как воды, но печка работала, не прекращаясь просто. А ночью в ней уже никого не было, и, видимо, где-то какой-то перекал печи был. И произошло горение. Очевидцев рядом никого не было, и поэтому баня практически сгорела полностью. Вероятная причина именно, возможно, это перекал печи, но окончательную еще пока что предстоит выяснить. 5 апреля в 7 вечера произошло загорание в общежитии колледжа промышленности строительных материалов Нагурского. Горело имущество в жилой комнате. Пожар был обнаружен системой передачи сообщений ОЧС «Молния», кстати, что позволило оперативно выслать подразделение спасателей. И из здания были эвакуированы 150 человек, никто не пострадал, к счастью. Причина пожара устанавливается, возможно, это короткое замыкание электронной сигареты или холодильника. Вот так. Опасные Бережитесь гаджеты. Бережитесь сигарет и холодильников. Да, и неважно, электронная она или простая сигарета, они все могут привести к пожару. 5 апреля в 10 вечера горел мусор в подвале дома номер 35 по улице Щербакова. Работники МЧС из подвала спасли двух человек. Мужчина 77-го года рождения был госпитализирован с отравлением продуктами горения, а мужчина 83-го года рождения к тому же еще и получил ожоги первой-второй степени 5% тела. Вот, вероятно, неосторожное обращение с огнем при курении одним из пострадавших. И снова сигареты. Да. 6 апреля в 00:30 ночи на проспекте Любимого горел автомобиль легковой Opel 2005 года выпуска. Ну и причина, я думаю, все догадываются, банально. Короткое замыкание электропроводки. Также во вторник в 19:47 горел мусор в металлическом гараже на Тикотского. Гараж он не эксплуатировался и был такой заброшенный. И доступ в этот гараж не был ограничен. Ну и тут как следствие, возможно, это... Ну, скорее всего, неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом пока что. Я думаю, что и не установим, к сожалению. И в этот же день около полуночи в МЧС поступило сообщение о загорании в цеху сборки и сварки автобусов, расположенном на территории Минского завода колесных тягачей. Прибывшие спасатели установили, что в вентиляционном коробе сушильной камеры цеха происходило тление, то есть горения не было, к счастью. И технологический процесс предприятия не нарушен, и работа не была остановлена. Возможно, это нарушение технологического процесса, именно причина тления. В ночь на 7 апреля в центральном районе на Победителей горел грузовой автомобиль ЗИЛ 2002 года выпуска. И вы подумаете, что это банальное короткое замыкание? Ну, возможно. Но есть вероятность, что это еще и неосторожное обращение с огнем водителем. В общем, там очень сложная такая ситуация. Ну, будешь некий разбор, правда. Когда работники МЧС приехали, их он встретил, был чуть-чуть не в нетрезвом состоянии, не мог внятно что-то пояснить, как это произошло. Ну, стресс у человека. Да, вероятно, он находился как раз-таки в кабине и, может, пытался согреться, как-то горелка там находилась. Хотя сам он говорит, он не курит, и так что тут не сигареты причиной стали. Но, возможно, он просто грелся или готовился пищу и таким образом как-то упустил момент загорания своего кузова. В среду в 7:30 утра от работника Минского завода «Шестерен» поступило сообщение о загорании кровли цеха на территории завода. Прибывшие огнеборцы установили, что в ремонтно-строительном цеху над сушильной камерой в чердачном помещении произошло загорание деревянных элементов кровли.
и, ну, там, и, соответственно, материалы, которые хранились, деревянные, и все это на площади 100 квадратных метров аж. На полную ликвидацию горения спасателям потребовалось аж 2 часа. И причина пожара пока что устанавливается. Возможно, это банальное короткое замыкание электропроводки. Вот такие происшествия. Ну, вот эти все инциденты, хоть так, ну, банальная причина такая. Но все эти банальные дробизи, они совсем не банальные, потому что приводят до неприятностей. И добро, что люди не терпят, так, что все-таки все в большинстве выпадков заканчивается некими такими экономичными, так бы мовить, наступствами. А в огляне до конт проблематики, а что зараз основной, головной боль ратовальников столичных, чтоб вылучшили? Ну, можно как бы нарисовать такой портрет, наверное, человека, который всему виной становится. Кто виноват? Да? Кто виноват? Ну, как бы он не меняется, этот портрет. Это мужчина, он в основном такого уже пенсионного или предпенсионного возраста, ну, в возрасте, допустим, где-то 50 лет, который курит и, соответственно, употребляет спиртные напитки в основном. И есть еще второй портрет. Это, конечно же, короткое замыкание. Я не знаю, как его описать. Но это такой сверчок, который иногда происходит, если не усмотреть за проводкой. Тому, сябры, сачыце уважліва не толькі за праводкай і маць на увазе, што у нас не толькі сур'ёзныя факты і расповед пра сур'ёзных нейкіх такіх парушальнікаў, у нас ёсць яшчэ людзі, якія змагаюцца за бяспеку жыццядзейнасці, але пра гэта праз некалькі хвілін, літаральна. Давайте сыдзем на невялічкую музычную паузу і хачу нагадаць, што калі вы пажадаеце прыняць удзел у нашай традыцыйнай гульні, то зараз жа хутенька падцягвайце да сябе гаджэты і на нашай старонцы Радыё Сталіца ва ВКонтакце вы будзеце адказваць на пытання. Але да гэтага яшчэ ёсць некаторы час, бо наперадзе ў нас не толькі музыка, але яшчэ цікавыя знаёмствы. Час бяспекі. Ну што ж, абяцалі мы ўсё ж такі не толькі пра сур'ёзнасці, але і прафілактычныя рэчы, а гэта не толькі знуткі афіцыйныя штосьці, а і вельмі прыемныя, пазнавальныя і цудоўныя. Я ведаю, Александр, што ратавальнае ведамства, яно традыцыйна праводзіць вельмі шмат прафілактычнай работы, у тым ліку самыя разнастайныя конкурсы, самыя разнастайныя форумы, спаборніцтвы, што толькі не прыдумляюць. Конечно, всё для безопасности, как бы, чтобы люди знали правила, их применяли, потому что, ну, вот как бы знать это одно, а вот где-то в каких-то стрессовых ситуациях, когда они попадают. Для этого вот мы проводим всякие конкурсы, состязания и тому подобное. И, вот и со всеми стараемся слоями населения. Да, то есть там от практически ясли-сада до пенсионеров. И вот могу вот рассказать сегодня про один конкурс. Это школа безопасности, который прошел буквально вот на прошлой неделе закончился. Он такой масштабный конкурс среди школьников. Вот, к примеру, есть еще конкурс для пенсионеров, кстати, «Суперстар». Он тоже будет буквально вот через 2 недели. Можно будет чуть анонсировать, чуть позже, чтобы, может, бабушки, дедушки захотят поучаствовать. Обовязково проанонсуем, потому что, ну, а что? Вельми будет цікаво, будет чем заняться, захопляльно, цікаво и вельми познавально. Ну, вернемся вот к конкурсу «Школа безопасности». В общем, тут участвуют школьники, как уже понятно, да? И разделяется на 3 этапа этот конкурс. Сначала там районы, потом городской. И вот прошел республиканский конкурс. И наши ребята, наша команда показала очень хорошие результаты. И сегодня я взял их с собой к нам в студию. Ну так давайте знакомиться. Это давайте. Паша Прыгов и Журавлев Елисей Цезарь у нас тут. Ну что, хлопцы, добрый день. Можете повитать усих наших слухачев. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну вы же хоть скажите, кто, как бы наши слухачи зрозумели. Да. Я Павел. Давай ты. Павел. Я Журавлев Елисей Романович. А я Прыгов Павел Иванович. Так, ну, хлопцы, давайте так, на кого я буду глядеть, то и первый будет отказывать. Добро? Хорошо, да. Ну, давайте самого такого звычайного, стандартного питания. Как вы докатились до такого життя? Не, жарты. Откуда вы доведались про такой конкурс? Ну, я доведался его уже с первого класса на уроках, ну. Можно по-русски отказывать, ничего страшного. Да. Я узнала об этом конкурсе по... Ну, просто мама сказала, что есть. Вось, цудовно, матули дякую, называется. А у школы здесь что-то, ну, такое проходило так само, так? Ну, да, там ОБЖ чуть-чуть. Да. Таким чином ты за свой поспех удячна матули. Так, а ты? Ну, в первый раз я поучаствовал в 2019 году в школе безопасности. Тогда я занял 1-е место на городском этапе.
конкурса. Как я вообще с ним познакомился? Ну, меня просто в школе позвали к себе и сказали, вот, хочешь поучаствовать в таком конкурсе? Я сказал, да, почему бы и нет, и вот так я и попал туда. Александр, правду кажете? Я не знаю, если честно, предысторию, как они попали. Я просто констатирую факт, что они хорошие места заняли для республики. Да, давайте про место. Елисей второе место в своей возрастной категории, а Паша третье. Елисей, а вот у твоей взрослой категории, это у какой взрослой категории? Сколько тебе годов? Ну, мне 8 лет. И ты добре так разбираешься во всей, этой системе. Какое тебе питание самое складанное трапилось? Про что пытались? В литературе 10 баллов. Так. Ну и ребус был тоже сложный. Ну все ж связано с питаниями безпеки? Ну да. Так, а ты сам ось, у випадку необхідності ведаєш, що треба робити, коли, там, наприклад, 10 узгарання? Ось такі алгоритми, які? Ось так без підрихтовки, хоп-гей-гоп. Ну, треба попытаться вибратися ползком, дышати через мокру ткань. А якщо огонь заградив путь к виходу, то треба уйти в самую дальню комнату от огня, привлекать внимание через окно, но ни в коем случае окно не открывать, и дышать через мокрую ткань, и заложить двери всякими там полотенцами и тканью. Не каждый взрослый, мне кажется, вот так может прям уверенно все действия, причем, да? Причем, положенные сябры, я хочу сказать, что программа у прямом эфире, и мы загодя не обмерковывали питание абсолютно, потому что в этом вся соль и вся, ну, цікавость, когда человек без подрихтовки вот так хоп и отказал, молодчинка. Ну что, теперь будем, да, больше сталого специалиста. Какая у тебя взрослая категория? Средняя возрастная группа – это 5-9 классы. Ой, 5-8 классы. Павел, може, ну, якое випробування чи якое задання було самым цікавим чи складаним? Ну, на самом деле, уровень довольно-таки высокий, и там все задания были довольно-таки сложные, и все были интереснее каждого другого. Ну, приклады не проведешь? Ну, ось. Ну, в тестировании очень много было сложных вопросов, которым даже вот приходилось именно включать логику и подключать все свои знания. Ну, я думаю, что нашим слухачам так само спотребится еще, ну, я про конкурс еще спитаюся, что он вам дал, какие выники вы для себя, так бы мы их почерпнули. Але, коли я сказала, что питание и будет у нас гульня, может, мы погуляем, а потом еще поразмовляем, так? Да. Кто будет огучивать сегодня питание? И, Александр, я же веду, что вы не просто так приходите гулять, вы подарок принесли, такие конечно, подарок есть, подарок, как всегда, хороший, да, червоненький, красненький, полезный, всем уже разыгрывали такие подарки. Это огнетушитель. Думаю, всем пригодится. Неважно, есть у вас в автомобиле он или нету, можно передарить, если что. Запас беды не чинить. Вот. А вопрос, ну, как всегда, у нас несложный, и сегодня зададут именно ребята вопрос слушателям, ну, потому что они такие эрудиты, очень интересные, мне уже рассказали вопрос, так что, ну, давайте. Добро, Паша, ну, давайте. Озвучивай. Давайте пытанием. Итак. Вчера, 8 апреля, данное оборудование отмечало 255-летие. Впервые оно было запатентовано в Америке и по сей день широко используется в сфере МЧС. Внимание, вопрос. Что это за оборудование? Ну, Вось, что это за обсталевание? Сябры, на самом деле... Понятное дело, что пожарное какое-то оборудование. Ну, я думаю, что неким чином повинно быть логично связано. Сябры, когда вы загадались, что это за обсталевание, про какое нам зараз... Огучили цікавий факт, 255 годов, это не хухры-мухры. Так вот, коли вы зрозумели, что это, коли ласка, пишите на нашей сторонце Радио Столица во ВКонтакте, и обовязково, что обовязково? Обовязково уважливо пишите, как правильный отказ у нас отрывался. Ну, а еще хочется спитать, все-таки, хлопцы, ну, что вам этот конкурс, ну, да, чем стал корыстным? Елисей? Ну, что так сумно? Ну, это как бы... Чем мне этот конкурс понравился, да? Чем сподобался? Ну, он мне очень сильно понравился, потому что там и все вот эти вот вопросы, пускай на тестах в компьютере были вопросы такие очень трудные, я на многие не знал ответ, но где-то догадывался и получил, ну, такой неплохой результат. То есть было сложно, но интересно. Также мне очень понравилось, ну, финал, там тоже были такие интересные вопросы, и
таким чином корыстным. Было просто корыстность, потребуется гэтыя веды надалей. Да. А, Павел? Да, конкурс на самом деле дает безграничные знания. Например, что чего ты не знал до этого, ты на этом конкурсе узнаешь. И даже если ты не смог на какой-то вопрос ответить, то в следующий раз ты точно будешь знать на него ответ. Конкурс дает много знаний и также большие знакомства, но с новыми друзьями, ведь приезжают ребята с разных городов нашей страны. Ну, вот, сябры, а наша программа дает возможность не только правильно отказать на питание и поширить свой кулакляд, але еще и отрывать подарунок. Чекаем ваши варианты. Радио Столица во ВКонтакте. Час без беги. Ну что, сябры, час летит неумольно, тому вот так у темпе вальса доведется подводить выники нашей гульни. А вы усе малайчинки, али самым первым, хотя что, каким самым первым, еще отказ вы не огучили. А кто будет огучивать отказ? Елисей, давай, огучивай, что ж такое мы загадывали, что же за пытание? Пожарная лестница. Вот так, пожарная лестница, это будет той самый правильный правильный отказ. И самым первым был у нас Василь Афанасенко, який и отрымае подарунчик от Минского городского управления Министерства политической ситуации. Улетает вам. Ну, приезжайте, забирайте. Так, мы тут сейчас пишемся с вами, домовимся, каким чином будете забирать. Ну, а, Александр, скажите, а какие планы? Еще же никакие конкурсы будут интересные, акции? Конкурсы всегда. Вот, допустим, понятно, да, школьники могут в этом конкурсе участвовать, а кто постарше, я уже заикался, тот может принять участие в фестивале для лиц пенсионного возраста по основам безопасности жизнедеятельности, мы его назвали «Суперстар», который пройдет 21-22 апреля, пока что планируем эти именно даты. Есть еще время подать заявки, собираются команды от каждого района, 10 участников, 5 мужчин, 5 женщин, мужчины не младше 60 лет на момент проведения соревнований, женщины не младше 55 лет. Что там будет происходить в этом фестивале? 4 конкурса. Это пожарный боулинг, дартс, скандинавская ходьба и визитная карточка. То есть ничего сложного делать не нужно, так что все, кто заинтересован, могут обращаться в РОЧС или, допустим, в территориальные центры социального обслуживания. Они все в курсе, они тоже являются соорганизаторами этого фестиваля. Ну, вот на такой оптимистичной ноте хиба только доведется подводить выники нашей говорки, нашей сустречи. Сябры, нагадаем, что у межах программы «Час безпеки» были с вами мы, Данута Антилевская, каля микрофона, и наши цудонные гости, представник Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Александр Папко и юные, я все равно вас назову, юные ратовальники Павел Прыгов и Елисей Журавлёв. Молодые люди. Звертаюся до всех вас, мужчины. Дякую, что пришли. Всего вам самого приемного. И, видите, хотелось бы, чтобы хапило безпеки в нашем житии вы сгодные. Конечно, конечно. Желаем всем безопасно жить, всем слушателям, чтобы мы выходили и в эфиры без вот этой вот сводки, которую мы вначале читаем. Лепш будем рассказывать анекдоты. Конечно. Всего самого доброго, поважанные слухачи. Не переключайтесь. В 12:00 выпуск новин.